Верхнеторецкая – поселок городского типа в Ясиноватском районе Донецкой области, который находится на линии фронта. По его окраине проходит разграничение между украинскими войсками и боевиками группировки ДНР. В нем практически не осталось целых домов. Как сообщает корреспондент общественного телевидения Донбасса, у каждого повреждена кровля, а окна забиты фанерой. Местные жители жалуются на постоянные обстрелы. Мы в кольце стоим. Вот, стоят в огородах. Там с той стороны одни, здесь другие. Фактически вообще ничего такого хорошего. Летом приехала дочь с внуками, под двором поставили растяжку у нас ночью. Тем не менее, несмотря на близость к фронту и постоянные обстрелы, жители с соседних оккупированных поселков ежедневно приходят в Верхнеторецкое за продуктами, которые здесь в несколько раз дешевле, чем по другую сторону линии разграничения. По словам украинских военных, дислоцирующихся в поселке, такой продуктовый туризм только добавляет проблем. У каждого необходимо проверить документы. Бывали даже прорывы диверсантов. Как отмечают местные жители, транспорт для них одна из самых важных нерешенных проблем. Так, чтобы доехать до Константиновки, нужно 7 километров идти пешком на станцию Фенольная. Только там можно купить билет на автобус или дождаться электричку. Еще одна из важных проблем – больница. Ближайшая находится в оккупированной Ясиноватой. Но несмотря на боевые действия и сложности быта, здесь продолжают оставаться мирные жители, которые надеются на то, что война когда-то должна закончиться.